Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola G31 узнать свой номер IMEI и также серийный номер телефона. Первый способ – это открываем клавиатуру набора номера и вписываем здесь секретный код «#решетка06решетка». И отображается наш номер IMEI, IMEI 2 и также серийный номер телефона. И второй способ – это открываем настройки, переходим в раздел «Об устройстве» и находим здесь наш IMEI 1, IMEI 2 и также в разделе «Модель» видим наш серийный номер. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!